Мы это граждане. И мы исходим из той парадигмы или видения, что мы граждане по конституции, хозяева своей страны и собственники своей страны. Все политики и все государственные служащие – это наши слуги. Что случилось на Майдане? На Майдане мы, хозяева, вышли и сказали приблизительно следующее, что мы заказали дом нашим слугам. И они его построили, барак, извините, вот по советскому образцу. Вот. И мы сказали, нам не нужен такой слуга, который нас не слушает и строит нам барак вместо дома. Вот. Поэтому мы этого слугу выгнали. И тут подсуетились иные слуги. Вот. И сказали, мы построим дом. Вот. Но они нам даже не дали возможности сказать, какой дом мы хотим строить. Вот. Они построят нам точно такой же барак, как и этот друг, который строил. Вот. Потому что у них такое видение, у них такое. Они под домом понимают барак. Это советская парадигма вчерашнего дня. Вот. Но мы продолжаем стоять здесь для того, чтобы. Ну, сейчас, в общем-то, критический момент. Произошли выборы. Вот. Порошенко – это человек, который из команды Януковича, который был у него министром экономики. Вот. Но это для него шанс стать апостолом Павлом, если хотите. Но для этого нужно ему, во-первых, прийти на Майдан и покаяться. Вот, и сказать, что изволите, мой народ, я сделаю все, что вы скажете. Вот такая ситуация сейчас.